сегодня и завтра на льду Чебоксары-Арена пройдут третья и четвертая игры полуфинала Кубка Федерации. Команда Чебоксары встретится с хоккеистами из Ростова-на-Дону. Пока счет в серии 1-1. Выяснять, кто сильнее, по регламенту будут до 4 побед. И в домашних матчах желательно одержать победы. Игры пройдут в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Там же ожидают не меньше 5000 зрителей. Начало встреч 18:30. Те игры, которые здесь будут, они будут очень тяжелыми. И мы, и к этому надо готовиться, и Нуржанов об этом знает. И ребята об этом знают. И самое главное, чтобы не было тех шапкозакидательских моментов. А по силам нам сегодня обыграть любую команду, которая осталась. Это и Тамбов, это и Мордовия, со всеми их высококлассными игроками. У нас есть команда, у которой свой стиль. Те, кто не сможет прийти на трибуны, имеют возможность посмотреть матчи через интернет. ГТРК «Чуваш» организует прямые трансляции игр на своем сайте. Также последние новости из Ледового дворца мы вам сообщим в 7 часов вечера на канале «Россия-24». В выпуске новостей будет прямое включение с Ледовой арены.